Уклон. Хоп. Хорошо. Уклон. Хоп. Хоп. Хорошо. Кнут Нерева. Хорошо. Кнут Нерева. Хоп. Уклон. Хоп. Хоп. Ничего. Конь. Лучше. Сейчас, послушай. Секундочку. Алло. Привет, как дела? У меня все хорошо. Мне утвердили шоу в Кремле. Сейчас набираю команду танцоров. Как ты? Звони почаще. Да, конечно. Целую, целую, обнимаю. Пока-пока. Давай подержу. Подержи. Маришка звонила. И что хорошего? Да вот рассказала, что собираю команду в Кремле. Так, ну и какие твои мысли? Да думаю, Сашу взять. Хороший танцор, да, профессиональный. Весьма харизматичная личность, прекрасный танцор. У него Ксения сейчас прекрасная партнерша, да? Замечательно. Красивая девочка. Ага. Олечку тоже думаю. Оленька? Да, тоже. Ну, давай, красавица. Это уж ты режиссер, твоя прерогатива. Хорошо, давай. Хорошо. Опа! Ох, очень сильно, не удержу. Рада, если у меня все в этом шоу получится. Олечка, конечно, получится. Вот Маша уже не первый раз в нашем шоу. Все будет отлично. Даже не переживай. О, привет. Григорий, Сашин протеже, прекрасный танцор, постановщик танцев, ну и многое другое. Привет. Очень приятно. Потанцуем? С удовольствием.
Ниночка, прости, пожалуйста. Маша, давно ты танцуешь танго? Я танцую танго всю свою сознательную жизнь. Танго — это не просто танец, это философия. Для кого-то это целый мир. Раньше мне казалось, что танго — это что-то такое скучное, так все по-стариковски, это медленно относительно бальных танцев. Но теперь я вижу, что это искусство чистой воды, это возможность творить, и я очень вдохновлен этим. Гриш, я тебя просто вижу в танго. Я считаю, что ты должен обязательно принять участие в шоу. И вместе мы очень многое можем сделать. Я приму за честь ваше предложение. Конечно, пойдем работать, а то времени уже мало. Все понял, идем работать. Ксения? Ксения, неужели это вы? Вы помните меня? А, танцы со звездами. Весь день под проливным дождем ради двух восьмерок? Да, именно так. Да, конечно, помню. У меня, кстати, сохранились прекрасные кадры. Хотите посмотреть? Да, конечно, хочу. О, ничего себе, я даже не помню, кто делал этот снимок. Да, я тоже. У меня есть прекрасное предложение. Так. Ксения, давайте вместе будем танцевать. Я сейчас веду группу танго, а я влюбился в этот танец. Это не какая-то там заученная хореография. Это умение импровизировать, чувствовать партнершу, управлять энергией в паре. Как вы на это смотрите? Саш, ну я думаю, мне есть над чем подумать. Подумайте. Шаг вперед, ляпис, поехали. Шаг. Ляпис. Шаг. Ляпис. Шаг. Ляпис. То же самое назад. Шаг. Ляпис. Шаг. Ляпис. Шаг. Ляпис. Сейчас делаем шаг вперед, крест назад, крест вперед. И шаг. Крест. Крест. Шаг. Крест, крест, шаг, крест, крест. А во время того, как вы делаете крест, будьте, пожалуйста, повнимательнее, чтобы две стопы были очень близко расположены друг к другу. Попробуйте назад. Приготовились. И шаг, крест, крест, шаг. Еще. Спасибо. Закончили упражнение. Спасибо вам большое за занятие. Давайте сделаем легкий поклон. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.
друзья. Всем привет. Я готова поставить шоу истории о любви каждой пары, объединенные затем общей историей. Начнем с Эль Чокла? Да, пожалуй. Бамос? Бамос. Включаем Бамос. Музыку. Тему. Саженька, трудное детство, и судьба не обидела меня приключениями. Скажи поподробнее. Ну, хотя бы давайте я расскажу. Случай в Буэнос-Айресе был лет 5 назад. Выходим мы из Милонги, поздно, 4, уже утра было, ищем такси, находим, садимся к таксисту. Таксист не сразу вдруг включает свой прибор, что мне показалось странным, но, тем не менее, поехали. Едем, я, Олеся. И Олеся, которая сидела сзади, вдруг говорит: «Слава, пистолет». Я посмотрел, говорю: «Не пистолет, а револьвер», говорю, во-первых. Вот. Ну, а так как он был у меня с внешней стороны, я ударил, выстрелил паршивец, попал в дверь. Вот, затем я его атаковал сверху локотком и нарумянил ему личико. Когда он обмяк, я нажал кнопочку,
Он вывалился, и машина продолжала ехать. Я ее подвел к тротуару левой рукой, уткнулись в тротуар, вышли. Ну и на это приключение, собственно, закончилось. Я говорю, и я обязан был тебе дать бонус. Вот бонус – это приключение. Вот слава, ради бога, не надо больше таких приключений, больше она в такси не садилась. Ну вот такой забавный случай. Хватит, ребята, разговоров. Давайте работать. Ксюмуш, как ты можешь быть такой спокойной? Смотри, у меня руки похолодели. Оль, ты знаешь, у меня столько уже всякого позора было. Мне с головой с поддержки меня приземляли. Юбку срывали в эфире. Так что не страшно теперь. Все как договаривались. Да, вы не забудь, пожалуйста, что мы должны в обливе. Вообще все здорово. У нас мы все сделали заранее. Итак, давайте. Кремль нас ждет. Всем привет. Всем привет.
Это шоу. Thank you.